Всем доброго дня! Готовим тесто для пиццы. Это очень быстро и очень легко. Значит, 1 стакан теплой воды, 1 чайная ложка соли, 3 столовых ложки растительного масла, 1 чайная ложка дрожжей и 2,5 стакана муки. Может быть, чуть побольше или чуть поменьше, в зависимости от муки. Все, тесто у нас мы замесили и ставим в теплое место, чтобы оно поднялось. Всего доброго, до свидания, до новых встреч!